Всем привет! Сегодня микро-мини-обзор. Я, как и все в нашей стране, наконец-таки нашел лазейку, чтобы таскали нормальные вещи, чтобы возить из границы нормальные вещи. Вот она одна у нас приехала. Сейчас будет небольшой анбоксинг. Вещички. Конечно, Аукдора я заказывал. Но они более удобны, более практичны. Что нам привезли в этот раз? Вот. Итак, это кофта. Нарон. Вещи, конечно, возят задорого, но сами вещи сами по себе того стоят. Это Нарон, это троллер Веган. Гора троллей. И смотрим, что у нее тут есть. Карманы вот такие, то есть моя ладонь, а это еще вот так вот, два кармана. Очень удобно в связи с тем, что обычно кофты делают без карманов. Здесь спрятались тоже карманы, ну, то есть это вообще огромные карманы, притом она длинная. При том, как всегда, у Нарона жопа длиннее. Это почти обычная флиска. Внутренних карманов нет. Здесь такая фигня, чтобы не продувалась. Капюшон. Обычный флисовый. Очень высокий воротник. Высокий воротник, что очень удобно. Не надо никаких ни шарфов, больше ничего не надо. Здесь спереди, чтобы не продувалось, получается все. А сзади просто обычный такой средний флис. Вот такая у нас на день рождения уже приехала кофточка мне. И такой микро анбоксинг у нас сегодня. Всем спасибо, удачи!